Добрым всем здравия, добрым всем денечка, мои уважаемые подписчики. Сегодня я вам даю еще один прекрасный рецепт, просто удивительно вкусный рецепт. Это компот из недозрелых яблок с базиликом. Что для этого нам нужно? Сегодня я делаю 2 3-литровых банки, недозревшие яблочки зеленые, базилик, 2 веточки, банки. Сейчас я заливаю яблочки кипятком. Так, они постоят в кипятке, пока я делаю сироп. Сироп делается очень просто. Если уж вам неохота, лень, вы можете просто засыпать сахар в банку. Сироп делается на 1 литр воды, стакан сахара. Это лучший мой компот. Я всегда его готовлю, всегда готовлю много. И первый выпивается. Уж будьте уверены. Конечный результат я вам покажу. Подписывайтесь на канал, ставьте лайки, дизлайки. Я всем вам очень рада. Доброе утро, уважаемые подписчики. Вот такой компотик у меня получился из перезрелых яблок с базиликом. Друзья мои, я цвет не делаю насыщенный. Мне более вкус устраивает, нежели чем цвет. Если вы хотите, чтобы у вас понасыщеннее было, добавляйте побольше базилик, либо вишенку туда бросьте. В общем-то, экспериментируйте. Но этот компот у нас, как бы сказать, фаворит. Мы очень-очень его любим. Такой просто, ну, неповторимый вкус вот из недозрелых яблок с базиликом. Друзья мои, я его делаю 20 банок, но я делаю не только с базиликом, я делаю и с мятом, я и вишенку бросаю. То есть в разных вариантах я его делаю. Также и вы тоже можете экспериментировать. Всем добра, всех уважаю. Подписывайтесь на канал, ставьте лайки, дизлайки. Всем пока-пока.